your skills. Нам остается пожелать им только удачи. Игра началась, смотрим. И вот состав хозяин. 4-4-2, Даймонд. А по-моему, все-таки Даймонд, а по-русски, если говорить, то Ром. Вообще, успех команды зависит от того, насколько успешно плеймейкер будет поддерживать атаку. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Марек Гамш. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Дэнни Роуз. Рэшфорд. Тут защита справляется с потерей мяча. Марсиаль. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Дэнни Роуз. Эрик Баи. Яя Туре. Мяч и штрафной. Можно провести контратаку. Паутиньо. Вейнал. Обратный пас. Очень быстро сыграл. Филиппе Паутиньо. Антони Марсиаль. Дэнни Роуз. Успешно навязал борьбу. Есть игрок. А вот сейчас может быть опасно. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. 1-0. Сейчас будет веселее. Утинем. Хендерсон. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Отлично сыграно. Надо решать. Штрафную подачу. Есть там кому сыграть. Генрих Мхитарян. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Яя Туре. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Это может быть опасная атака. Пол команды обыграл. Ничего себе. Генрих Мхитарян. Гол. Вот это да. Сравнивают они счет. А времени-то всего ничего прошло. Да, очень быстро команда начали показывать свои сильные стороны в атаке и решили с голами не затягивать. Ответный гол забит в этой встрече. И у нас снова ничья. Снова равенство на табло 1-1. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Пока неплохо. Подача, чей мяч будет? Добрый вечер. Удар у него явно не получился. Видимо, мяч попал в угол головы. Филиппе Коутиньо. Генрих Мхитарян. Может получиться интересная атака. Защита справляется. Марек Гамш. Ау. Джордан Хендерсон. Марек Гамш. Посмотрим за этой атакой. Рэшфорд. Мяч
летит в центр штрафной. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Потерял он мяч, но кому он достанется? Лукаку. Лутиник забирает мяч. Немного поторопился он вне игры. Решает вопрос травмы и вынужденная замена у нас. Да, травма несерьезная. Видимо, решили его поберечь. Фернандини. Марек Гамш. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ни к чему не привел навес. Мяч у защиты в итоге. Крис Смолин. Через фланг идет атака. Есть Рэшфорд. Легко справляется с атакой. Ромелу Лукаку. Мхитаря. Надежно играет защитник. Атака прервана. Лукаку. Это может быть опасно. Марек Гамш. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Филиппе Коутиньо. Главное, без нарушений. Марек Гамш. Это может быть опасно. Защитника просто не заметил. Хороший пас во фланг. Дэнни Роуз. Адам Лалан. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Марек Гамш. Отлично сыграно, надо решать. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Рэшфорд. Есть шанс выйти вперед. Отстойки в ворота. Судья фиксирует взятие ворот. Матч продолжится из центрального круга. Знаешь, показалось, что там был рикошет, по крайней мере, на первый взгляд. Показалось, что мяч после удара все-таки изменил направление. Счет 2-1. Адам Лалан. Генрих Мхитарян. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Это может быть опасная атака. Тут защита справляется. Потери мяча. Генрих Мхитарян. Эктор Бельерин. Марек Гамш. Хендерсон. Лукак. Пока неплохо. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Генрих Мхитарян. Надо забивать! Снова сыграла защита, не прошел этот удар. Лукаку. Блестяще сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Выше ворот. Хороший удар головой. Он удачно выбрал момент и прицельно пробил, как казалось. Но мяч в створ ворот не попал. Крис Смолин. Адам Лалан. Джордан Хендерсон. Может получиться интересная атака.
забрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Аутиньо! Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Здесь защита справляется, мяч отобран. Антони Марсиаль. Виллиан с мячом. Хендерсон. Дэнни Роуз. Коутиньо. Серж Орье. Ромелу Лукаку. Мяч летит в сторону ворот. Гол! Сравняли они счет. Отлично разыграли момент и смогли сравнять счет. Молодцы. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. И снова счет равный. Соперники достойны друг друга. Эктор Бельерин. Видит игрока впереди и отдает пас на гол. На подаче и вратарь обыграл, но попал в перекладину. Ждем угловой. И прямо в центр штрафной мяч летит. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Рваная у нас игра. То одни с мячом, то другие. Многовато. Есть варианты, куда сделать пас. Марек Гамши. Фернандини. Марсиаль. Фернандини. Антони Марсиаль. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. И мяч в руках у голкипера. Основное время истекает через 20 минут. Коутиньо. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Тут может что-то получиться. Виллиан. Марек Гамшик. Виллиан. Гамшик. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Марек Гамшик. Марсиаль. Для вратаря такие удары размин. Генрих Мхитарян. Посмотрим за этой атакой. Лукак. В этой атаке оборону пройти не удалось. Джорджиньо Вейналду. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Замена. Посмотрим, сможет ли проявить себя новый игрок. Дэнни Роуз. Дуглас Кост. Отлично сыграно, надо решать. Филиппе Коутиньо. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. И снова точно. Он сегодня просто великолепен в игре в пас. Коутиньо. Дэнни Роуз. Это может быть опасно. Фернандини. Судья позволяет продолжить атаку. Решфорд. Дарить его соперника. Джордан Хендерс. Пока неплохо. Ну, оговорился. С кем не было. Ничья на табло, но команды не согласны с таким исходом. Обе постараются забить, я надеюсь на это.
Отличный отбор, но кому достанется мяч? Лукак. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Умница, вратарь сыграл надежно. Мяч от ворот отбит. Здорово! Виля. Отобрали мяч. Итак, весы, на которых качались шансы команд, так ни в одну сторону и не склонились. Ничья.